Не спите за рулем. Не берите пример с меня. Да. Други мои, какая хорошая погода вообще. Я уже просто в счастье. Вы знаете, это же вот прямо буквально все. Каждый день можно спокойно тренить на улице. И мне много доводилось раз беседовать с теми, кто не вылезает из кимоно на тренировках. То есть все, для них это, конечно, абсолютная ритуалика. И в этом, конечно, есть целая большая фишка такая. Конечно, когда приходишь в зал, в додзё, весь процесс от входа в зал до, значит, облачения в доги, в ги, это целая тема. Это сразу настраивает на ту работу, которая будет проводиться. Это очень серьезно, на самом деле. И вот эти вот подобные ритуалы, схемы, динамические стереотипы, как мышечные, так и мыслительные, психологические, они настраивают, конечно, на определенный тип работы. И чем больше лет это дело практикуешь, тем больше это дело помогает. Поэтому ритуалам нельзя придавать самозначение малое. Это серьезно, весьма. Вот. Но я хочу сказать, что это все здорово, если, конечно, не загоняться в этом полностью. Потому что я знаю огромное количество людей, а в принципе это почти все, значит, адепты традиционных боевых искусств, которые, ну, не почти все, а очень многие, абсолютно не большинство, которые тренируются на улице только лишь однажды, когда ездят на гашаку на какие-нибудь, а которые проходят где-нибудь на озере, в лесу или на какой-то базе. В Японии, вот, например, конечно, принято очень часто тренироваться на улице, во многих серьезных додзё. Но и то, это не в крупных городах, таких как Токио там, или где-то еще. Там все равно есть академии эти, карате, где люди, в общем-то, занимаются в прекрасно специализированных под это дело залах, но работают только в них. И вот это, конечно, с одной стороны, большой плюс для того, чтобы потом в этих залах достигать больших результатов. Но в то же время колоссальный минус, который заключается в том, что не получается у этих людей столь же классно, эффективно и легко работать при смене обстановки. Это совершенно точно, это вообще-то проверено как на личной практике, так и на всех тех, кого я довольно близко знаю. Это вот, я уж про зиму-то вообще молчу, когда приходится работать на улице в одежде в зимней и на снегу и все такое прочее. А вот хотя бы даже лето, когда на ногах легкие кроссовочки, футболочки, каких-нибудь штанцах тренировочных или в спортивных трусах. Вот совсем по-другому. И я, кстати, хочу сказать, что вот те, кто привык работать постоянно... Так, хотите? Так, кто постоянно работает только в ги и только босиком, с одной стороны, конечно, ноги становятся более омозолелыми, крепкими там и все, но стоит надеть обувь, настолько падает скорость старта, даже если это не тяжелые ботинки зимние. Это просто вообще что-то. То есть прямо как в замедленном кино. То есть у человека настолько теряются скоростно-силовые показатели, особенно скоростные показатели, просто в разы. Вот это прямо вот точно совершенно проверено. То есть это очень самозаметно. Человек может без обуви работать с фантастической скоростью ногами. Он пуляет ими просто как из, не знаю, наверное, блин, из арбалета медленнее, хотел сказать, как из арбалета. Вот. Но стоит надеть ботинки или даже кроссовки какие-нибудь, все. Все уже абсолютно не так. И вот я записываю 2000-й подкаст на тему того, как же важно адепту боевых искусств обязательно тренироваться на улице. Извините. Да,
И опять же, тренироваться, ну, смотрите, я сказал, что во многих традиционных школах боевых искусств в Японии и на Токинаве принято все же заниматься на улице. Но опять же, заметьте, в основе своей занимаются в штанах от каратэги, а мы или даже в каратэге вообще, и занимаются опять же босиком. Вот вроде бы и на улице, вроде бы обстановка, да? Ну, то есть другое пространство, другое покрытие, другие факторы природные. Но тем не менее, все равно все старается приблизиться к тому, как это было бы в идеальной ситуации для тренировки. Вот поэтому я говорю, что я призываю обязательно попробовать. Ну, просто попробуйте, друзья, вот тем, кто практикуется, где традиционные и спортивные каратэ, особенно спортивные. Ну, просто попробуйте позаниматься вот так вот в обуви, в одежде. Не обязательно в фуфайке в какой-нибудь или в пиджаке. Там нет. Ну, спортивный пускай. Спортивные обуви, спортивные одежды. В лесу, когда мох, на песке, вот, на каком-то неровном покрытии. Особенно интересная работа, прям вообще. Это вот я бы всем бы традиционщикам обязательно порекомендовал попробовать делать ката не просто на неровной поверхности, где какие-то бугры. Пусть она будет даже ровная, но чтобы она была под углом. Ну, под маленьким хотя бы, чтобы был уклон. Пусть даже небольшой, пускай в 1-2 градуса всего лишь. Вы вообще почувствуете, что это такое. Это вот просто разница фантастическая. Я уж не говорю про то, если он будет 5 или там вплоть там до 15 градусов. А ведь понимаете, же все же каты и все это разрабатывалось. Это что такое? Это бой с тенью, это поединок с невидимым противником. Так вот, можно вести такой же поединок с невидимым противником, но в абсолютно реальной видимой локации. Понимаете, не надо создавать какую-то компьютерную там идеальную локацию. Вот у вас идеальная, или наоборот, не идеальная, но реалистичная, абсолютно уж куда реальней самодилокация. Это трава, склон какого-нибудь холма. Вот. Ну, и, пожалуйста, встаньте и сделайте тот же самый теки. Ну, ката теки. Теки шудан, например. Сначала лицом. В гору, потом лицом под гору, потом одним боком под гору, потом другим боком под гору. Это будет интересно. Это такой вот экспириенс, который мало кто проходит вообще. Ну, в смысле, проходит не то, что его нельзя пройти, не то, что как вот экзамен. Мало кто пробует. И совершенно напрасно, я хочу сказать. Даже тот же самый кихон, который на месте делается, да? Например, в Зенкуцудачи встали в стоечку. Гидамбарай гиакуские, например. Или агиуки гиакуские. Или сотоуки гиакуские, учуки гиакуские. Ну, все, короче говоря, подряд это блоки. Можно тоже делать под уклон, в гору, одним боком, другим. Во-первых, это очень сильно, значит, укрепляет стабилизаторы. Во-вторых, это формирует четкое понимание пространственной геометрии и понятие своего центра тяжести. И особенно, говорю, классно, если попробовать в этом сделать самки ката. Потому что одно дело подняться в гору боком или спиной вперед, или лицом, а другое дело сделать те развороты, которые делаются в ката. Вы вспомните, как для новичка, значит, адепта боевых искусств, сложными являются повороты через спину в банальных даже ката группы Хиан. Ну, да что там Хиан даже, в Текьёку, там те же самые развороты. Вот, а сделать их на склоне с первого раза не получается практически ни у кого, даже у мастеров экстра-класса, если они раньше этого не пробовали делать. Это точно. Проверьте. Что это дает? Ну, спортсмен может такой вопрос задать. Он может сказать, да нафига мне это мне ничего не дает. Потому что в любом случае соревноваться я буду в додзё,
ну, не в додзё или в спортивном зале, на татами или в самом худшем случае просто на голом полу деревянном. И зачем мне это все? Это лишь только, ну, как бы хорошо, может быть, и для стабилизаторов мышц, и все. Но для самого поединка вряд ли мне это что-то даст, а возможно даже и испортит. Лучше мне заниматься в тех условиях, в которых будут проходить СМГ-соревнования. И будь прав, если главная задача и цель – это победа на соревнованиях. Ну, надо практиковать в тех условиях, в которых, для которых вы и тренируетесь. То есть, если вы тренируетесь для тех условий, в которых проходят соревнования, потому что главная цель – это соревнования, то в них и надо заниматься. А вот те, кто практикует истинное будо, будо как боевое искусство, искусство самозащиты, art of killing, ну, давайте вот так вот будем. Я, конечно, понимаю, что сейчас сразу масса народа это налетит и скажет. Это постоянно любят вот, потрындеть вот СМГ-товарищи, которые говорят, будо это прежде всего метод воспитания характера и духа, формирование личности, блядь, и... прошу прощения, не французский мой. Разумеется, разумеется, ребят, безусловно. Только все это... только все это будет не будо, если не будет практической реальной составляющей. То есть составляющей, которая направлена на воинское искусство, боевое. То есть на искусство свободного поединка, боя, который предназначался как бой насмерть. Вот если этой составляющей нет, то вы формируете дух, там характер, да, все, это все есть. Только не с помощью боевого искусства, а с помощью такого фитнеса, который по своим действиям, характеру приемов и движениям напоминает те приемы, которые применяются в боевых искусствах. Но только это не боевое будет искусство, а это такая разновидность фитнеса. Вот. Очень похожая, очень напоминающая, очень полезная. Она в том числе и формирует и дух, и характер, и все каким образом? Ну, таким, потому что вы себя превозмогаете, идете на тренировку, работаете тяжело и все такое. То есть все нормально. Но если в ней нет боевой составляющей, то значит это уже фитнес. Так вот, я как раз и вел к тому, как бы дело. Если вы занимаетесь истинными будо, то есть вы считаете себя именно будокой, мастером боевых искусств или адептом боевых искусств, стремитесь к мастерству в боевых искусствах, то и тренироваться вы должны хотя бы периодически в тех условиях, для которых это и создается. Так вот, если спортсмен тренируется для того, чтобы выигрывать в условиях спортивного зала, то мастер будо тренируется для того, чтобы не потерпеть поражение в худшем случае, а в лучшем случае выиграть в любых условиях. А это говорит о том, что мастер будо и адепт будо должен тренироваться везде, в любых условиях. То есть везде, где потенциально не то, что там произойдет его бой, но я надеюсь, что и смертельного боя ни у кого никогда не произойдет вообще. Лучший бой, как говорят, который не состоялся. Но он должен быть готов к бою в любом месте, что называется, и в любое время. Поэтому тренировки должны периодически проводиться. И в обуви, и без обуви, и в плавках в одних, и в спортивной куртке, и в пуховике, и в дубленке, и в пиджаке с этим галстуком, и в ботинках, и в зимних ботинках, и зимой, и ночью. А тот, кто еще выпивает, неплохо бы было бы попробовать потренироваться в легком подпитии и даже провести товарищеский легкий спарринг. Вы думаете, я шучу? Просто хохалюсь? Нет. Я серьезно хочу сказать, что мы вот, например, подобную практику проводили. Я уже давным-давно не выпиваю, то есть алкоголя не пью. Вот. Если только прям в каких-то редких случаях, там что-то попробовать интересное где-то на выезде, в Испании, в Италии, где-нибудь, вот, во Франции, ну или по какому-то там празднику, когда кто-то очень интересную бутылку принесет, можно попробовать, вот.
Ну, раньше, да, такое мы иногда практиковали. То есть выпить там это пивка или даже, может, что там посерьезней. И потренироваться. И знаете, это сразу показывает то, насколько все меняется. И волевые качества самки страдают в тренировке. Это 100%. То есть не настолько выносливость становится большая. И другие качества теряются. В общем, все теряется, короче говоря. Ну все, друзья. Я, приехал. Всем пока. Салют.